Я отец. Талам! Взять их. Теперь смотрите, я просто добавлю капельку воды в этот обед с порошковой пиццей и... Delicious. Just like mom tried. Вкуснятина, прямо как мама пыталась сделать. Get the stuff loaded onto the rocket immediately. Давайте быстро грузите ракету. Что здесь происходит? Сэр, это обезвоженные завтраки, они решили стать нормальными. Мы, честно говоря, не знаем почему. Очевидно, в них добавили воды. Да, сэр, насколько мы понимаем, еда промокла. Да, я это и хотел сказать. И очень быстро промокла. Ну а потом как рвануло. Просто так ничего нигде не рвет. Рвет не просто так. Если рвет, то есть причина. Найдите эту причину. Или я, господа, вас самих пинком под зад. Да, сэр. Мышь. Помещение мышь. Держи ее. Я не хочу пинком под зад. Мышь, командир. Помещение мышь. Да, мы в курсе, доктор. Может быть, этот котик нам пригодится? Наука доказала, что у котов есть врожденная нелюбовь к мышам и вообще к грызунам. Правильная мысль, доктор Глюкман. Господа, быстро верните нам котика. Может быть, нам поможет эта восстановившаяся рыба? Сэр. Так, тихо. Эрл, смотри, не спугни его. Помедленнее, помедленнее. Киса, киса, киса. Держи его. Котик, для вас есть работа. Вам сегодня повезло.